Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Александр Иванович Локтионов, советский живописец, график, педагог, профессор, академик Академии художеств СССР, народный художник, лауреат Сталинской премии, ну и так далее, много различных регалий у этого художника. Родился в Ростове-на-Дону 29 мая 1910 года в семье заводского кузнеца и прачки-надомницы. В 19 лет освоил ремесло каменщика, работал чертежником. Я пользуюсь Википедией. В 1930-м Локтионов, Келлер и Тимков едут в Москву, где они познакомились с Грабарем, Нестеровым и Малютиным. Известные художники и педагоги, просмотрев студенческие работы, дали рекомендации для продолжения учебы в Ленинградском государственном институте живописи имени Репина, Академии художеств СССР. Куда друзья и направились. В Ленинграде они пришли к Бродскому, Исааку Израилевичу. Оказалось, что опоздали, набор студентов был уже завершен. Однако Бродский сверх набора взял себе в мастерскую Александра Локтионова, а Николаю Тимкову и Петру Келлеру посоветовал переехать на следующий год. Локтионов учился в Ленинградской академии художеств у Бродского. Затем в аспирантуре этой академии у Грабаря. Среди его наставников особое влияние на молодого художника оказал именно Бродский, которому рекомендовали Локтионова. Следуя девизу Бродского «ближе к натуре», Локтионов не только осваивал приемы современной ему живописи, но и специально изучал технику письма старых мастеров. С 1934 по 1944 год преподавал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры, ныне Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. С 1967 по 1970 вел занятия в Московском государственном заочном педагогическом институте. Поддерживал дружеские отношения с известной семьей родовых иконописцев Клещевых. Известен главным образом как жанрист и портретист. Хотя в наследии художника присутствуют выполненные на высоком уровне пейзажи и натюрморты. Умер от болезни сердца в Москве 15 марта 1972 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище. В настоящее время некоторые работы Локтионова экспонируются в музее Гугенхайма. В Москве на улице Тверской, где он жил, установлена мемориальная доска с барельефом. Ну вот так вкратце о советском живописце, графике, педагоге, профессоре Александре Ивановиче Локтионове. Смотрим работу. Пока-пока. До свидания.